Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео Ютуб не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен-канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит, как всегда, замечательный и довольно-таки дорогой конкурс на вот такой вот красивенький калашик. Калашик вот такой вот сланец красивенький. Почти 300 он стоит. Помимо этого, у нас присутствуют на нем красивые наклеечки, вот такие вот красивенькие. Поэтому обязательно залетайте, участвуйте. Участие бесплатное. Никаких денег с вас не требуется. Все лишь уже подождать некоторое время. Народу участвует мало. Шансы урвать данный красивый и довольно-таки дорогой скин много. Довольно-таки много у вас шансов. Всем желаю удачи. Ссылка на группу ВКонтакте в описании под роликом. Всем приятного просмотра. Всех обнял, всех люблю. Всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO. Конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры. Стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике хочу сделать обзорчик на еще один вот такой вот интересненький кофе от бренда Bridge Coffee, что переводится с английского мост. Кстати говоря, тут нарисовали мост, это довольно-таки интересно. Кофе у нас 3 в одном, пакетик кофе. Так, напиток кофейный растворимый, брендом... Держателем бренда является компания КДВ Воронеж. Так. Продукт может содержать следы сельдерея, кунжута, горчицы и кокосовой стружки. Так. Масса 20 грамм. Покупал в магазине Ярче. Не знаю, сколько стоит этот кофе, пакетик. Точно не знаю. Около 10-12 рублей, что такой диапазон. Так, что тут еще есть интересного? Изготовитель ЗАО Bridgetown Foods. Хорошо. Так, ну ничего реально интересного больше здесь и нет. Собственно, поехали делать обзор, поехали смотреть. Так, опускаю вебку. Вот у меня все уже готово. Так, чашечка. Чайничек. Так, кофе 3 в 1. Кстати говоря, для тех, кто не знает, что означает 3 в 1, это значит, что в пакетике кофе уже присутствует и сухое молоко, и сахар. То есть вам не нужно будет ни молоко доливать, ни сахар. Это для тех, кто не знает, мало ли. Объясняю. Объясняю на пальцах. Нифига по запаху какая-то такая... Даже тяжело описать. Какая-то карамель, что ли, прям такая серьезная. Блин, странный, ладно. Странный какой-то запах. Так, также есть у меня тут чуточку шоколада. Затестить все это дело, кайфовать. Так, чайничек. Заливаем. В принципе, цвет кофе соответствует тому, что я думал. А именно то, что он будет светлым. Молоко в нем присутствует. Так, ну ладно, пусть заваривается. Я сейчас чайник отнесу, в принципе, и приду. Так, продолжаем. Чайник я отнес. Хорошенько перемешиваю наш кофе.
Так, а что там по приготовлению есть вообще что-то? Информация. А, тут не написано, как его приготовить в натуре. А, прикольно. Реально не написано. Обычно на чайных, на кофейных пакетиках пишется, как их готовить. Напитки эти. Странно, что тут не написано. Так, ну поехали пробовать, более-менее остыл. В принципе, по сахару вроде как все нормально. На достаточном уровне. Все устраивает, так сказать. Сам по себе кофе, в принципе, обычный. Никакого вкуса я здесь не испытываю. Обычный кофеёк. В принципе, когда в руки брал эту упаковку, Bridge Coffee, рассматривая ее, я, в принципе, такой, думаю про себя, но это обычный типа кофе. Так оно, в принципе, и есть. То есть у себя в голове я, по сути дела, был прав. У меня, кстати, даже шортс вроде на эту тему был, на этот Bridge Coffee. Об этом я там вроде тоже заявлял. Так, ну чё. Именно в кофе вроде как больше сказать нечего. Обычный такой хорошенький кофеёчек. Ничего необычного тут нету. Там можно даже шоколадочки съесть и, в принципе, завершаться. Шоколадом самое то. Так, ну чё, давайте тогда закончим обзор. Оценочка для кофе. С моей стороны однозначно 5 из 5. Хороший кофеёк. Неплохой. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.